Боец в синем углу, ему 8 лет, рост 138 сантиметров, вес 35 килограммов. Он представляет бойцовский клуб «Сочи Стар». Из Сочи приветствуйте Давид Танк Халатов! А вот его соперник в красном углу, ему также 8 лет. Его рост 140 сантиметров и вес 35 килограмм ровно. Представляющий бойцовский клуб «Ахмат», город Грозный, Адам Лев Кантынов! Рефери Бедин Гагов Топчан. Итак, вновь в бой вступает подрастающее поколение. Адам Кадыров против Давида Халатова. Но сначала преподносится такой подарок со стороны Давида Халатова. И, кстати говоря, заметьте, это самые маленькие участники, им по 8 лет. Но они самые тяжелые при этом, по 35 килограммов. Если мы берем, конечно же, показательные выступления среди детей. И полторы минуты первого раунда стартовали. И ваша поддержка, косы! И в такой жуткий размен пускаются мальчики. Да, беспорядочные наносят удары друг другу, практически не думая о защите. И еще точнее, кстати говоря, сейчас Адам Кадыров. Капу поправляет рефери Давиду Халатову. И поединок остановлен. На рефери считает, что бой быть продолжен не может. Он увидел, что, судя по всему, травма зуба. Ну, возможно, да. Но сам это... Давид Халатов, по-моему, готов продолжать. И... Но это все-таки дети, и здесь здоровье прежде всего. Если... Конечно. А, ну, рефери поменял свою точку зрения. Так, и еще увидим несколько секунд этого сражения. Может быть, и тейкдаун даже. Еще одна двойка проходит, и... Больше попадает Адам Кадыров, однозначно. Вот клинчик, контроль со стороны Халатова. Духовитый парень Давид Халатов, пропустил он уже множество ударов. Понятно, что все-таки детские удары не такие сильные, но продолжает идти вперед, несмотря ни за что, ни на что. Да, хорошо держит удар Давид Халатов. Каждый старается действовать навстречу, тем временем уже последние секунды первого раунда. Очень осторожен рефери, готов в любую секунду просто разнять соперников, но он... Давид, вперед! И поединок продолжается. Это Давид Халатов против Адама Кадырова. И как раз Адам Кадыров здорово сейчас пробивает несколько ударов, и еще на попадание. Ну, в каком темпе начал работать Адам? Клинч у сетки. Вот это да, сколько желания. Отличный прием. Отличный бросок через бедро. В исполнении Адама Кадырова, да. И поединок продолжается. Остается менее минуты. Ногами старается отвечать Давид Халатов. Но раз за разом напарывается на встречные удары. По вертушку пропускает, но... Несмотря ни на что, Давид Халатов идет вперед. Все очень серьезно, на самом деле, в этой встрече, несмотря на то, что этот поединок показательный. Да, безусловно, Адам Кадыров забирает и первый, и второй раунд, но Халатов не сдается. Последние секунды уже начинаются.
фактически есть, да, перевод. И сирена звучит, возвещает она о том, что Адам Кадыров выиграл, конечно же, это им должное мужество вот этого маленького мужчины Давида Халатова, который, пожалуй, после такого испытания уже ничего в жизни бояться не будет никогда. По завершении двухраундового боя единогласным решением судей победу одержал Адам Кадыров! И аплодисменты его сопернику Давиду Танку Халатову!